Всем привет! Сегодня гоняем по FPV на треке, пытаемся, пробуем, конечно, придется, наверное, страховать, потому что очень сложняво и видно только капот, колеса не видно абсолютно, а полететь можно достаточно сильно. Ты мне там говори, там вправо, влево, там поворачивай, аккуратно обрыв. Так. Немного. Надо выдавать отсел. Заезжал. О, отлично. Мне бы поворотную камеру на 180. Поехал. Можно у тебя перевешивает. Тебе запаску надо было снять. Неплохо. Так, давай. О! И о! Давай. Блин, все. Тебе капот видно? Да. Может, тебе просто камеру пониже? Нет, наоборот, нормально тоже. У меня, конечно, пол капота. Точнее. Я почти весь капот вижу. Ну вот да, я тоже. У тебя хороший камера, у меня похуже. У Димана, открою секрет, камера с дальнобоя. Он взял и разобрал его как кобру. Да блин, сейчас. Давай, сел, давай, затягивай. Ну уже. Ты там что? Ты давай езжай за мной. Оу! Блин! Ну уже! Ай-яй-яй! Блин! Опа! Резина не отсёк! Давай, на дорогу! О! Опасненько. Так, отсосилось. Что там? Тоже мне. Так, смотрим, как визуально. Визуально смотрим, как немного выезжает. Неплохо. Ну, вот тебя унесло вправо. Ну, давай. А что? Давай, все. Во, нормально. Так, напомню правила, стены не задевать, белые и оранжевые. Стену в автосервисе можно задевать. Вот это сложное препятствие, здесь придется с рывка. О! Ты там где? Да, гляну, сейчас там... О-о-о! Ты что, его хуже, что знаешь? Тут главное... Аккуратненько, ничего не вижу, где колеса. Диман не поможет. Снизу, да, с рывка, вот. Все, нет. Вот так встань, да, и газу. Тихо! Давай, газа. Стоп! Ага, давай газа. Ага, все. Теперь заднее зеркало увидел. Попади, да. Попади чуть-чуть. Кстати, да, можно зеркала сделать, и все. Блин, что, рискнуть, что ли? Сейчас, стой. Там уже опять вправо тоже поехал. Падение, вдруг я упаду, лучше сниму на это. Давай, ты там снимай сзади, смотри. Угу. Ой, где заднее колесо? Ну, прям по краю идет. Стоит газовать? Ну, вперед еще можешь, назад уже слетишь, наверное. Блин! Ой, не, ну нафиг, Диман, поправь, пожалуйста, Диман, быстрее, лови тачку, держи. Все, да, давай я тут это визуально попробую. Давай, если что, если поймаем. Да, тут все. Не въедет. Все, отпускай. Не, заедет с разгончика здесь можно, просто надо снизу разгон давать. Я так тоже заеду. У меня козличен, видишь? Сейчас может у тебя перевернуться. О, да, и здесь. Помогай, Лена. А, давай. Ты там корячишься? Я корячусь там. Ну, тут вроде как перевернуться нереально. Главное не захотеть. Что падает? Коробку упал. Обалдеть.
Видно, что может с крыши упасть. Мотор мощный, потому что тяжелый. 80. Там, кажется, боком подает. Что там? У меня что, кажется? А ты где, сзади, что ли? Да. Блин, я же не вижу, где ты. Я попрямее хочу встать. Давай, давай. Ну тут нереально, короче, заехать. Так мы здесь тачку поставим. Я поехал. Катающийся мост. Самое легкое препятствие. Ты что, съехал? Да, я с тобой. Так, давай. Теперь здесь надо заехать вот на эти две перекладины. Как колеса мои там? Не видно? Плохо видно. Ладно, попробуем. По-моему, правее надо. Чуть-чуть. Да, правее надо. Назад сдавай. Или правее, да. Вот заехал. О. Я заднее переживаю, левое. Заднее хорошо. А. О. Ну вот здесь тоже надо доработать для FPV, потому что здесь так мы не проедем. Ты там где? Я не на тебя там играю? Не, я за тобой. Сейчас. Стену, главное, не задень. А что тут? Ну, сейчас мы их тут поставим, потому что... А, знаешь, что мы что-то тупанули? Надо было там проехать. А по-другому стоп? Да. Можешь по-другому? Давай. Давай, я сейчас тоже попробую развернуться здесь на качке. Ой, блин. Нет, походу, я тут летел, не развернусь. О, давайте нормально. Я сейчас за тобой, Диман. Давай сам. А, я тебе подскажу, давай, я за тобой еду. Нормально, давай, проверь. Сейчас будет препятствие. Полевее чуть-чуть возьми. Чуть-чуть совсем. А, стоп, аккуратно. Да, влево. Видишь, нет? Ну, так, слабо. Аккуратно. Так, что, дальше? И направо нам надо, на верхушку уйти. А, ну да, здесь нормально видно. Было шире для FPV. Вот я думаю, мы не развернемся на самом деле. Ай, стена! Аккуратней. О, здесь что-то. Походу, ты засел. Я даже не вижу, куда мне надо заворачивать. Ну-ка, давай направо. Не поворачивай. Ты сидишь, все, подожди. Давай я поставлю. Камеру можешь сюда повернуть? Там тяжело, наверное, развернуться. Здесь развернуться, мне кажется, даже нереально. Так, готов? Ой! Все, что, я поехал? Ты езжай, да. И я поехал. Блин, где колеса? Вообще не понимаю. Как ты едешь там? Давай. Так, на ощупь еду. Блин, ну вроде вот так. Че ты едешь? Да. Че, прямо поедем? Ну давай, да, прямо. Я нормально, да. Сейчас смотри, там будет... Нет, ты неправильно поехал. А, давай. Аккуратно. И че, куда дальше? Сейчас, стой, камеру поверну. Так, давай. Дальше направо тебе. Блин, опасненько тут. О, нормально, проезжаем. Направо, да, вот туда. Вот я на стол. А, вряд ли мы повернем. Ну давай попробуем на стол. Ты куда поехал-то? А, все, понял. Все правильно. Ой, я даже вообще не вижу препятствия. Давай. Нет, назад. Руль, да, вот так, давай назад. Еще. Оп, стоп. Теперь полевее чуть, полевее. Вот так и попробуем. Тихо. Вот чуть-чуть правее. Чуть правее. Ага. Стоп. Стой. Сейчас рухнешь. Аккуратно. Сейчас я попробую. Практически съехал. Ну да, неплохо было. А, ну не сразу. Что-то видно. Ты там страхуешь меня, нет? Назад, давай, назад. А, ну там... Кстати, назад еще. Ага.
так, да? Ну да, а чуть-чуть так. Правее, чуть-чуть правее. Во-во, все прямо, когда стоишь. Ну, все, теперь должен видеть там нормально. Ну да, ну блин, колеса-то я не вижу свои. Левее чуть. Оу. Ой! Левее-левее. Вот, это прямо. Ты чувствуешь, как бы, блин, нереально. Ой! Так, я тебе не подсказываю, что ты молчу. Камера не занят. У меня там антенна уже есть, в принципе. А, ты видишь, да? Надо, да? Сейчас проедем. Ага. Ой, там страшно, там подсказывай. Все, погоди. Сейчас я пролезу, нет? Не, а я вообще не прохожу. Так, давай подскажу здесь. Сейчас я свою переставлю. Назад, да, давай. О, стоп, все. Давай прямо. Правее, левее, точнее, да. Левее, давай, 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 левее, левее. Еще. Вот, стоп. Все, руль, да, вот так. Оп, стоп. Так, так, так. Подожди, сложно мне сориентироваться тоже. Руль, значит, полевее, полевее руль. Ага, стоп. Теперь вот так, да, руль вот так оставь. Все, тихо, тихо. Вот здесь вообще прям аккуратно. Прям на медленном газу. Вот, вот. Все, стоп, руль прямо. И на выезд. Руль прямо держим. Вот здесь надо чуть-чуть газку сейчас дать. Опа. Нет, назад не надо. Вперед, вперед, вперед. Не едь. Стоп. Завис, все. Тут сползти еще. Тут, в принципе-то, за один присест. Да, хорошо, да. Тебя нормально отворачивается. А что у тебя? Левее, левее. Точнее, правее, правее. Правее, правее беру. Правее, еще? Ну, вроде нормально. Да, нормально, нормально. Да, потихонечку. Вот сейчас выравниваем колеса. Так, что как колеса? Так, правее, правее, правее. Давай потихонечку на малом газу. Чуть-чуть правее еще. Вот так, да. Едь пока так. Теперь Пш, прямо. Ничего не видно. О, давай. Давай, давай, давай. Задний как? Нормально пока. Правее чуть, да. О, все, смелее теперь. Прямо на выезд. Давай, убирай свою. Опять ты куда ты? Ты... Тебе надо парктроники справа ставить. Вот так давай. Да. Я хочу снять с тебя, давай. Очко один. Так это ты еще визуально ехал? Халтурщик. Стена аккуратно. У тебя там якорь еще как раз. Что там шумит? Или это я? Свалился. Да. Да, я точно не выйти самому. Ну, да, мощно. Колеса. Давай. Ой! Тоже колись, пожалуйста. Тоже, блин. Чё-то как поторопился. Так, а как нам теперь? Как нам теперь? Так. Как нам теперь сюда наверх, на этот мост выехать? На этот мост. Значит, только полностью кругаля. Ну давай сейчас туда наверх развернуться там. Давай наверх заезжай. А, разверну. Давай, кстати, попробуем. Давай, да. Только ты там лови, потому что упадет. Давай, да. Ты сам езжай, как ты. Аккуратно. Сзади зеркал нет, не видно. Да, надо дорабатывать. Так, как-то мне надо встать рядом, чтобы она не упала. Вот так вот. И газку. Я заехал. Сам? Да. А что там на газу просто? Там просто опасно на самом деле. Но на газу реально. Я там мешаюсь тебе, нет? Ты меня не видишь, ты в меня уперся. Ай! Я не вижу. Что ты там, где? Буксую. Аккуратно. А, понятно, где ты застрял.
Лес дрог зачем? Дай попробуем. Ну, то есть ты назад бы отъехал? Вот так. Ну, если бы назад, может быть, да, получилось бы у тебя. Ой, блин. Ой, подожди-ка, давай, я вот так встану. Что-то кажется, у меня там критическая ситуация. Ну, давай, давай. Нормально, вообще легко. Все, сейчас жди меня на вершине. Как будем съезжать. Как будем съезжать? Ну, выровнись вперед, да. Блин, у меня тоже какая-то ситуация. Опасная тоже. О, нормально. Так, что, готов? Не знаю. А тебе не видно, да, вообще? Ну да, низ не совсем не видно. Так, давай, я тебе подскажу. Сейчас мы снимем твое падение. Давай, руль влево. Стоп, попрямей, давай. Прямо-прямо пока прямо. Теперь полевее. И... Вот тормоз не надо было, подожди. Дай заново. На тормозе, да, пошел, у тебя понесло. Давай. Прямо пока. Вот так чуть-чуть. Промахнулся. Промахнулся на колею. Вот, давай назад еще чуть-чуть. Стоп! Сейчас упадешь от этого. Во. И. Ну, Диман, завершай давай! Ладно, хоть успел поймать, блин. Сейчас. Мостик. Надо понтил ставить по-любому. Нормально, только как я... Нет, сам. Не тормозить. Не тормозить, да. Давай. Вообще легкий. Отлично. Вообще просто. И завершил! Все. Итак, вот такой у нас FPV трофи на треке, на мега-треке получилось. Прикольно, Диман? Как? Да, прикольно. Ну, вообще, ну, ощущения, конечно, такие... Что не хватает? Ну, привыкать надо. Непонятно вообще, действительно, где вот эта палка, не очень сильно понятно. Вроде как едешь, как на обычной машине, думаешь, что вот примерно так, раз, промазываешь надо. Или камеру там как-то это, ну, вы можешь подобрать, как ставить. Может, на капот ее надо? Нет, я думаю, на капот не получится. В идеале поставить 4 камеры, 2 по бокам, сверху и назад одну, чтобы смотреть, кто за тобой едет. Или задний ход когда даешь. Вот. Ну, поворотную камеру можно, конечно, но, я думаю, сильно не даст. Самая главная беда – это то, что не видно, куда ты едешь. То есть не видно два колеса. Хотя, вроде как, казалось бы, открытые колеса, вон, у Аксиала. У Атеры тоже открытые, но камера их не задевает, потому что все, капотом закрыто. Надо хотя бы одну заднюю камеру, чтобы видно. А можно, знаешь, на чем? Эти, ну, типа, вот как у тебя, можно вырезы такие. Или, знаешь, кузов такой зила, типа, взять, где колеса вот видно реально, там будет легко гонять. И все. Ну и трек, конечно, нужно попроще, то есть для FPV-шки, потому что есть полно моментов, где тачку надо ловить, и реально, ну здесь как бы да. То есть он... Ограждение, да, но здесь как бы он делался не только для FPV именно, но в любом случае по FPV тоже прикольно, поэтому все ссылки внизу, пока.